Всем привет! И с вами, как обычно, я, сталкер-баннерщик, мой персонаж Флюги Генхаймен, и это сталкер онлайн на СПБ-сервере. Сегодня я пойду на проводник за запиской. Кто смотрел предыдущую фотку, мы незапланированно как-то попали на проводник, дошли, нашли труп, это по квесту. Пошел искать, не потерялся, и потерялся. Нашли труп, добыли записку, ну, там письмо. Но когда мы выходили обратно, мы встретили врагов в количестве 3 человек. Не получилось их победить, в итоге меня убили, я записку потерял. Теперь мне вернуться нужно на то место, подобрать записку и отнести ее Литовскому. Пойду я вот отсюда, с выселок, тут очень удобно, добежал быстренько. Только надо поставить, а то заблудился. Вот. Добежать быстренько до лесопилки, от лесопилки 2 шага, и ты уже там, на проводнике. Пещера бандитов нужно пробежать, потом по этим горам подниматься, ну такое себе. А тут быстренько, налегке пробежался, в общем, отсюда удобнее ходить, как по мне. Ну тем более мне потом же нужно будет к Литовскому идти. То есть я могу сразу оттуда прыгнуть, и Литовский тут рядом. Второй раз записка не потеряется. Нам нужно дойти до определенного места. Я в предыдущий раз немножко неправильно пошел, заблудился. Но простительно, я там был всего лишь 1 раз. На проводник-то я сам ходил, поэтому проблем нет. А вот записка теряется там в определенном месте, нужно ее потом подобрать. Там я был всего лишь 1 раз, и то чисто интуитивно мы туда дошли. И поэтому дорогу-то я не особо хорошо знаю. Но сейчас я немножко посмотрел и совики, вроде так в памяти чуть освежил, будем пробовать. Я затарился, понятное дело, на гурман зашел, купил психомоторку, аптеки, инъекторы, без них там ловить нечего. Поэтому попробуем сейчас дойти, найти записку, и все, и вернемся к Литовскому. Ну, все, все. Все это будет тогда, когда мы ее найдем. Это не так уж просто будет, но вдруг нам повезет, мы найдем с первого раза. Я дождался утра, тем более ночью там шарится вот такое себе. Я понял, уже заблудиться можно. Тем более, если дорогу не знаешь. А вот, смотрите, погодка. Какая у нас хорошая. Надеюсь, я тут ни дождя, ничего не будет. Но в целом, все равно будет светлее, чем ночью, согласитесь. Поэтому я решил вот дождаться утра и утром уже двинуть. Вот, в принципе, мы добежали быстренько. Да, понятное дело, на крысе. Я крысами тоже затарился. Отсюда по прямой, и мы тут уже на проводнике. Сейчас только метку поставим, чтобы не заблудиться. Так, что тут? О, тут, если что, врач есть. По дороге можно инъекторами закупиться. Ну, а патроны нам особо не нужны. Так. Так. Это нам нужно. Нужно примерно вот сюда. Вот, вот тут начинается, да? Ну, вроде как бы. Да, сейчас мы проверим. Вот. То есть, ну, согласитесь, тут бежать тут. Раз-два. Да, как бы с пещеры бандитов. Сюда. А расстояние-то примерно такое же, даже меньше. Но здесь нужно будет по горам вот по этим лазить, а тут мы сразу напрямую заходим. Да, кстати, расстояние одинаковое, что так, что так. Сейчас мы вот метку поставили, вроде должны прям сразу на нее добежать. Посмотрим. Главное нам никого из сталкеров не встретить, потому что тут друзей, в принципе, не может быть. Туда идут фармить и других сталкеров будут убивать. Поэтому по возможности, конечно, никого не встретить, но если кого встретим, будем стараться убить первого. То есть стрелять сразу на поражение тут нужно. Неважно, одиночка, не одиночка. Своя шкура ближе к телу. Ну что радует, второй раз записка не потеряется. Там главное дойти до того места. И все. И как только мы дойдем, там все автоматически, насколько я знаю, обновится. И мы типа подберем записку. И можно будет уже умирать и топать. Так. Надо было там пробежать. Ну да ладно. Можно и здесь пробежать, я думаю. Одну точку мы посетили, первую, предыдущий раз. То есть вот в самом начале квест обновился. Вторую точку тоже посетили. Теперь третья точка должна быть. И вот там уже как бы должно сработать, и записка у нас должна быть. И насколько я понял, надо вот этих ведунов, которые в начале, их тоже вроде как бы проходить. Поворот чуть дальше будет, если я не ошибаюсь. Но опять же, как я говорю, я там был всего лишь 1 раз. О, видите, мы сразу тут. То есть тут даже удобнее забегать, не нужно по всяким промазить. Ой-ё.
что, копим выносливости двинули? Да, сейчас выносливость накопим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зашел в негативный. Аккуратнее надо, сталкер. Так, все, не расслабляйся, а то придется бежать. Берем ствол. Ждем, когда спадет интоксикация. Зарядимся близнецом и потопаем. Так, вот я поставил метку. До какого квадрата мне нужно добраться? Вот, примерно там записка. Тут есть три точки. Где-то вот в К2. Вот тут вот. Задание обновиться. Но мы там уже были. Потом в Л2-1. Где-то вот здесь вот задание обновиться. Но мы там тоже были. А записка должна быть дальше где-то вот тут. Вот примерно как-то так. Ну, надеюсь, я правильно поставил. Ладно, все, заряжаемся. Двинули. Там по этому заданию очень хорошая награда. Так, все, добежали. То есть нам нужно вот по этой дороге, потом вот сюда, вот сюда, 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 сюда. Вот обновиться, потом сюда, вот сюда, вот. А в предыдущий раз я куда-то вот сюда зашел, я немножко не дошел. Ну ладно. Прорвемся, прорвемся. Да, ждем, когда у нас кончится интоксикация. И двигаем дальше. Подзаряжаемся. Ну давай. Пошел процесс. Ну, рванули. Колемся, так, 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 так. Стоп. Блин, не то вколол. Эскейп, эскейп, отмена. Оп, успел. Нам нужна обычную аптеку. Я поменял. Поставил, где у меня аптека. Инъектор. Так, там мы были. Теперь нам нужно, ну да, все верно, по этой дороге. По этой же тропинке бежать. Чё? Какую я другую тропинку выдумал? Ну, вроде там была какая-то. Ну, может быть, я что-то сам напутал. Ладно, ждем, когда у нас закончится. Где позитивный? Пойдем. Так, аккуратно. А, вот, все, позитивный. Ждем, когда закончится интоксикация, и бежим дальше. Тут уже надо колоть психомоторку, потому что впереди могут быть ведуны. А ведуны они такие. Так, ну что, колем психу. Ну. Заряжайся. Пошла зарядка. Давай, давай, сталкер. Должно получиться с первого раза. Главное, не тупи. Ну да. Рванули. Вот тут должно уже все обновиться. Нет еще? Че, рискнем дальше? Давай. Колем, 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 давай быстрее, нужен, нужен. Ах, чуть-чуть не добежал. Блин, чуть-чуть прям.
Вот где-то здесь должно обновиться уже было задание. Так, психа. Но я, скорее всего, не стану. Я же в близнеце упал. Шанс, короче, очень маленький. Но я буду пробовать. Эх, надо было все-таки подождать. Но я думал, получится. Чуть-чуть пораньше надо было колоть. Вот там где-то за поворотом уже должно все обновиться. Ну ладно, будем пробовать. А что назад? Назад? Да смысл назад? Надо вперед. А, не, близнец меня бьет. В общем, я не встану. Поторопился и обломался. Ну, попробуем еще раз, но шанс, конечно, маленький. Если тут, конечно, есть где-то безопасное место, я, может быть, пару шагов успею сделать. Но я не уверен. Лежим, проверяем, в общем. О, смотрите, я встал, короче. Блин, не то, не то. Со второго раза встал. Походу, тут место безопасное. Близнец не бьет. И это хорошо. Только где положительный? Положительного-то тут нету. И как мы пройдем? Без зарядки. Ну, значит, бежим и сразу Коля. В общем, мы почти дошли. Вот там за поворотом должно обновиться задание. Блин, а тут везде. Ух ты, блин! А вот этого я никак не ожидал. Ну хорошо, что я стрелял только в тех, кого, ну как бы убил. Остальные, они просто вышли. Ну, то есть они особо на меня не сагрятся. Я сейчас встану и их добью. Двоих я убил, да? Ситуация. Ну да, что ты хотел, там же ведуны. Ну ничего, прорвемся. Да прорвемся, конечно. Главное перезарядиться. Они ж пока появятся. Перезарядиться не успел, но я взял ствол в руки второй. Как же нам дальше-то бежать-то? Ну ладно, ведунов-то я убью. Ситуация. Не так все просто, как я думал. Так, 3 секунды. 2. 1. Сейчас встаем. Есть. О, квест выполнил. Так, быстренько перезаряжаемся. Сейчас остальные должны подтянуться. Подождем. Да по-любому надо подождать, наверное. Сейчас интоксикация как раз пойдет. И мы посидим в карауле. Ну, сколько я их убил? 3? Ну, может быть, 4 там. А там-то их по-любому больше. Вон они, вон они. Ну, ничего страшного, ничего. Бежим дальше. Сейчас двоих еще закошмарил. Тот раненый. Правильно сделал, что не побежал. А то бы на пути прямо в них врезался. Тут хоть место безопасное, близнецы не бьют. Давай, умирай уже. Ну и как в него стрелять? А, смотрите, 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 что с ним случилось. Ты куда пошел? Читер? Ну вот, что это такое? Я такое первый раз вижу. Ё-моё. Он типа меня пародирует. Ну, прикалывается надо мной. Смотри, сталкер, я тоже так могу. Оп-оп-оп. Ладно, я ствол успел в руки взять, да? Да, успел. Сейчас мы его из-за КМС-а как закошмарим. Не, ну вот издевается явно.
кто-нибудь его подранил там? Да нифига, как я его? Вроде в него стрелял. Ладно, один из патронов еще есть. Ну, тем более он раненый, вполне возможно. Так, у меня одна капля. Одна капля — это, конечно, неплохо. Главное, чтобы не три. Две капли снимем, а вот третья капля придется потом ждать. У нас же брусниковка-то есть. Блин, злодей ушел. Так, 5 секунд, 4. 2, 1. А, ну у меня патронов уже нету. Но я его подранил. О, я его нормально подранил. Он сейчас может уже, в принципе, копыта откинуть. Да, все, отъехал. Так, сейчас встаем, перезаряжаемся, снимаем каплю. И пробуем добежать. Других вариантов-то у нас особо нет. Крыску как раз скушали. О, вы получили посылку за скепи. Забрать не можно. А, это я выставил на продажу. Так, там больше нет видов. Зверобой и валерьяну. Где у нас? Ах, лечимся. Крыс здесь. Так, психа минута. О, надо стакануть психу. Как вовремя прям. Я про нее, если честно, позабыл. Отлично. Психа теперь надолго хватит. Ну что? Осталось мне прям чуть-чуть добежать до этого места. Ух ты, близнец! Близнец! Вы видели? Я в двух шагах был от этого места. Близнец появился. Ну, то есть, они бывают, местоположение меняют. Я мог бы и до этого пробежать, но я же не знал, что в двух шагах. Я понимал, что это здесь, но... Вот же она. Удачно, что она была упакована в пластик. Вы собрали необходимое количество предметов в письмо Нормана. Все, теперь эта записка уже не потеряется. В общем, она вот здесь находится. Вот тут. В двух шагах от меня. А я тут воевал, думал, как я буду дальше бежать. Все, безопаску отлетаем. Тем более, меня близнец настиг. Ну что, записка возвращена. Пора сообщить о судьбе наемника Литовскому. Ну, пойдем сдадим квест. Там награда очень хорошая, плюс там есть скрытые квесты. Если ты, к примеру, убил близнецов ведуна, мы убивали их не раз. Если, допустим, на тебя оказывало влияние вот этот позитивный, негативный близнец, меня и те, и другие кошмарили. Поэтому там будет две скрытых награды вроде как, да? Ну, видите, тут рядышком. То есть удобно вот именно отсюда ходить, чем с пещеры бандитов. Так, главное, чтобы сейчас в правильной диалоге сказать. И этот квест... Ой, если ты проходил последний раз, наверное, на старом персе. На новом я точно не проходил, на ЭКБ не проходил. Поэтому диалоги не знаю, я открыл свой вики, буду краем глаза посматривать, чтобы не ошибиться. Ну, с первого раза получилось. Ну, это чисто прям... Фортуна. Ну какая фортуна? Зона помогала. Так незапланированно прошел квест. Вообще не планировал предыдущую ходку. Думаю, пойду куртку получу, облучу там эти. Вот у меня. Облученные зверобои и валерьяна все лежат. Я и костры взял. Ну, закупился, блин. По максимуму. Но, кстати, да, вот эти инъекторы очень помогают. Вещи. Ну что, Литовский, я был на проводнике, твой человек мертв. Жаль, он был способным парнем. Ты осмотрел его? Костюм его был сильно испорчен и распадался. Пулевые ранения, следы укусов. Можешь сообщить какие-то подробности? А, я нашел записку.
Любопытно, читал, впрочем, не важно. Так, ледяной проход нашел, любопытно. Расскажи-ка мне подробнее, что там к чему на этом проводнике, чего там стоит опасаться. Вот. На проводнике хитрая система аномалий. Нужно про это рассказать. Вот, награду получили. 38 тысяч опыта выживания. У фракции ученых увеличилось на 50. У фракции сталкеров увеличилось на 20. У сектантов уменьшилось на 50. Тот парень, которого ты нашел, между прочим, человек весьма подготовленный во всех отношениях. Сказал мне примерно то же самое. Я выдал ему защитный костюм. Он уверял меня, что этого достаточно, чтобы там выжить. Я понимаю, что костюм не защищает на все 100%, но в этом случае опытного человека спасает рефлексы и мозги. Мой работник не страдал их отсутствием. Как же случилось, что ты выжил, а он нет? Любопытно. Так. Там много ведунов. Еще одна дополнительная награда. Это если мы убивали их. Получили 19 тысяч опыта боевки и 3800 опыта выживания. 30 плюс охотникам, ученых плюс 30, у сектантов уменьшилось на 50. Понятно, видел таких недалеко, в месте, которое называют Стоунхендж. Для подготовленного человека, умеющего обращаться с оружием, они не должны представлять проблем. Я не уверен, что голова у них именно в том месте, где кажется, но умирают они от попадания в это место. Ну, как это, если бы так и было? А, шутки в сторону, что еще? Ну, в принципе, все. Контракт выполнен. Вот, оплата, а расписываться не обязательно. Ну, давайте посмотрим финальная оплата, что тут у нас. Литовский расположен больше сотрудничать. Вульф, Глеб Стрелок, Шпилька, Яков Самуилович. Получил 700 тысяч денег, 285 тысяч боевого опыта. Это с четырьмя мозгами и с новогодним премом. Он увеличивает в полтора раза. Получил 570 тысяч опыта выживания и 228 тысяч опыта поддержки. У военных уменьшилось на 50, у наемников увеличилось на 400, у сталкеров уменьшилось на 200 и у сектантов уменьшилось на 100. Ну, нормально. Так, задание выполнено. Пошел искать и потерялся. Плюс, тут добавляется случайная деталь, предмет. Но он сразу автоматически открывается. И, как мне видите, добавили предмет. Набор запасных частей для спектра, для СС М4. И все, потерян предмет. Письмо Нормана. То есть тут в основном опыт хороший. Ну и, конечно, ремка для спектра. Ну что, это знак. Нужно спектр покупать. Его бы найти только. Не, понятное дело, мы это оставим себе. На этом все. Этот квест пройден. Продолжения никакого не будет. Это финал как бы. Остался только вот ежедневка, ну, которую мы тут же сейчас издадим. Очередные сводки принес. Прекрасно, вот оплата. Ну, по сводкам мы, конечно, получили вот большой сухпайок. 35 тысяч денег, 3800 опыта выживания и 11400 боевки. У одиночек на сотку увеличивается, у бандитов уменьшается на 80, у военных на 80 уменьшается. У наемников увеличивается на 300. Сталкеров уменьшается на 100. Ну вот, ежедневка, чтобы прокачивать наемников. Но в итоге у нас бандиты 6700, наемники 5700. Вояк нужно подправить, барыги 170, сталкера. В общем, нормально. Да, я по делу. Есть работа. Давай подумаем. Видите, больше ничего нет. Ходить за новыми сводками. Данные для Листовского. Да, я по делу. Насчет твоего задания, зайду позже. Да, я по делу, есть работа, давай подумаем. Все, больше никаких заданий у нее не будет. Ну, может быть, какие-нибудь другие потом со временем появятся, но навряд ли. На этом все. Наше сегодняшнее выживание закончено. Я возвращаюсь на Гурман. Ну, а в следующей ходке мы уже точно пойдем и получим куртку М65. Ну, я надеюсь. Ну, не возвращаться же с пустыми руками, правильно? У меня, блин, психа два раза вколота. Ладно, кто же знал, что тут рядом. А мы по дороге зайдем, ведунчиков постреляем, ну, может быть, кабанчиков. Ну, в любом случае, на этом все. Всем удачи, всем пока. Увидимся в зоне.